Та-ра-та-ра-та. Жизнь бомжа. Продолжаем. Бывает так, что ты никто. И зовут тебя никак. Но бывают и хорошие моменты, когда ты находишь замки, делаешь золотой замок, делаешь ящик, и у тебя есть уже свой гараж. И в этом есть огромные плюсы. Не хочу плохое кушать. Единственное, опасно, там городишко тоже был построен. Давай где-то, я не знаю. Сейчас едь до перекрестия, где-то на перекрестие там найдем куст. И пешком пойдем на Айр. Сейчас прямо, короче, прямо направо, направо едь где-то, направо где-то тут. Где-то тут в кусте оставим, я не знаю, там дальше, там в кустах. Да-да-да. Где-то и пойдем на Р. Вот это вот тут, не знаю, ну какой-то куст нормальный маленький, найти. Маленький, маленький кусты, да, большой. Да ты сейчас к аэродропу прям приедешь. Да все шикарный, шикарный, нормально. Да на черной не видно. Нормальные кусты. Ну, аэродроп уже рядом, давай. Прямо около аэродропа. Да, вон вижу. Сейчас мы друзяк найдем. Ага. Он желтенький какой-то, просто издалека. Хо, бах-бах, 13 минут. Держи отвертки. Бля, батя, оно фризит нахер. Так. Начинаю сдалека довольно. Давай я одну сторону, ты другую сторону. Я слева, да, начал открывать, открыл. О, граната. Отлично. Такие гопники на райончике. Хэ-хэ, гопник на райончик. Да, респиратор и медицинские эти. Хуета, короче, у нас. Бля. Ты уже третий открываешь, а только первую половину открываю. Вот это уровень. О, я нашел шлем, понял. Ой, он тебя сейчас усрется, посри лучше. А, да ладно. Ура, я смог. Ебать, тут патронов М9, куча обоим, ебать, нихуя себе. Берем этот, слышишь? Взял я, короче, этот. Сюпрессор, бля, вся хуйня. Короче, взял две обоймы, хватит. Короче, взламываю, а то я долго буду взламывать. Я пока я заряжу этот М9. Я, кстати, патроны на М9 сразу где-то. Да. Так, и супрессор, блядь, теперь и обойма. Слышишь, теперь не обязательно отвертку с этими брать в руки. О, я нашел прибор. О, я что нашел, братан? Че? Волк наш. Глок? В смысле, ты мой дробарь забрал, алло. Я смотрю, не помню. Красава. Так, ну чё, пока...
чё, всё залутано, блядь. Не, я два мазина взял, мне хватит. Там еще на этом, на скроне куча мазинов. Погнали. Опа, он сразу... Пехаль, блин, за этот, заевший. Что за подставы, алё? Все, огонь, огонь. Знаете, откуда я знаю? Как это сейчас обратно возвращаться? В смысле возвращаться куда? О, блин, мы поехали. Ну пофиг, поехали на зону, поехали зону лутать. Разворачивайся назад, поехали через дамбу. Получаю, подожди. Или дамбу, поехали дамбу залутаем. Да, за дамбу можно залутать. Правда там сверху чуваки вон живут. По прямой наверху. Ага. На горе. Ага. Не знаю, если они услышат нас. То шо? На дамбе он фонариком там. Да, да, ща... Мы сейчас жопу на приключении это найдем. А может и робот. Да, робот. Я включил этот прибор, значит, нас где. Падла, блин, такое. Везде лазит. Один робот здесь ходит, другой там. Среди. А, вот. Среди он не ходил, странно. Да, с роботами сложнее, конечно. Ну тут как бы территория большая, можно их оббежать. Это двое. О, ночное видение. Я металлическую стрелу нашел в этой машине. Круто. Пролетал себе. Асом. О, равиоли. Я сегодня ел, кстати, равиоли. Вообще огонь. Ой-ой-ой-ой. За мной. Don't worry, говорит. Я тебя убью, но ты не пиши. Да в смысле? Вот за угол зайди, пошли. Там та... второй, вон он, видишь? Та Хаси ходит там. Он сюда идет. Он застрял там в стене, где-то застрял. Держим прямо, а потом куда? Да, да. Ну в эти пооткрываем ящики по. Ой-ой-ой, робот. Я же тебе сказал сразу. Бля. Нам надо как-то этого пройти. Надо, короче, на корточках, наверное. Ой, я сюда подбежал, слышь, идем сюда. Я иду на корточках. Да я бежал нормально. С другой стороны забор, что ли? Да. Тут же в конце есть домики хорошие. Я тебя понял, я в центральный хочу забежать. Ну да, я тоже там на крышу вот хочу подняться. Я пока съем тыкву до конца, а то он меня сейчас запарит. А и поставить вообще надо было. Ой, смотри, я так не поставил. Робокоп ебаный, блядь. Вообще забежать. Интересно, он далеко видит? Сейчас, да. походу, я сдохну. Все, я сдох, короче. Я тебя смогу поднять? Не, я не сдох, он просто... Я не знаю, как он меня видит. Он просто меня, наверное, не отпустит. Блин, ты сможешь перепрыгнуть забор ко мне сюда? Не знаю, он на меня смотрит. Или попробуй обратно. Давай я гранату кину. Не надо. Кидаю гранату. Я не отвлекусь на нее. Надо, не надо. А, у меня все, он от, отвлекся от меня. А, смотри, я сейчас ползу, плаваю, ползу. Ой-ой-ой-ой. Ну что ты делаешь? Давай. Я не знаю, что я делаю. Он меня подсвечивает, по-моему. Ага, да-да-да, меня и на меня. Это второй робот, да? Вперед и кину, да? Кидай.
И шо? Он отвлекся на него? Подожди, 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 подожди. Ему пофиг как бы. Ой, сумасшедшая машина. Сиди, 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 не показывай, пусть он придет. Потом на обратно пути, когда пойдет, развернется. Ой-ой-ой-ой. А можно его убить? Не-не, да, вообще-то он убивается. Сколько в него надо? Блин, с патронов не знаю. Я не уверен, что сейчас стоит. Давай я с пистолета тоже. Подожди, я с арбалета стрелю. О, да. Да не надо, сейчас хедшоточку словишь. Да, он сюда, да, он сюда слится. Может, чтоб второй робот не подошел. Да, так водоплавающий, блин. Так, вот сейчас он к нам спиной. Ага, можно, когда он там будет, можно пробежать, вот когда он туда проходит. Блин, он на тебя переключился, он тебя сейчас убьет. Жесть, сумасшедшая машина. А лето по нему. Ай-яй-яй-яй. Так идет все своим ходом. Вообще надо перепрыгивать и сразу туда бежать, понял? Да, это да, да. Вернет в обратно. Ой-ой-ой. Там далеко. Это типа предупредительный. Не, сумасшедшая вчера... машина. Вот я на С. Я вчера оттуда полдня наверх. Как это тоже. Что это они вместе ходят? Короче, надо бежать. Давай, я побежал. Перебегай сюда. Да, да, да. О-о-о! Со всех сторон просто. Все, я умираю, он меня поломал. Все, я хромаю, я ничего не могу сделать. Ничего, ничего, давай. Бляха-муха. Я его... Сюда, сюда. Ну, гранату кину. Ничего себе, он мне ногу подбил. Просто он у меня перед лицом ходит. Ой, тут зомбок! Ты нафиг, подло вонючая. Он на звук прибежал. Конченый. О, кстати, наверное, меня тоже сейчас зомбак побежит, да, на звук? Блять. Вау, вау, что за лаги? Не знаю. Ну там у тебя зомбак. Ну нормально, да, я уже... Пару. Я на крышу сейчас залезу. Давай. Дебильная игра, блин. Ногу мне прострелил, падла. Так, что, может, пистолета дальше по нему стрелять? Да не надо патроны тратить зря. Ты просто патроны зря потратишь. Ладно. А он что, перед тобой стоит? Да. Вот падла. Блин. Так ты уйди от него, дальше уйди просто. Сейчас, подожди, я своими делами занят был. Сейчас с него с арбалета стрельну. Всё, всё, всё. Сумасшедшая машина. Всё, сейчас он начнёт уходить. Идёт на меня, короче. Да, он туда сейчас спокойно, уже траекторию легко меняет. Так, а как ты меня? Он меня не видит. Мне пофиг делать. Вот на стаканчик. Ты ложку просто вылей. Не надо ласкать, вылей просто и так делать. Фу. Есть
Где он? А. А, так. Другой поменял весь. Ебать. Ну они тупые относительно. Так, ладно, сейчас этот тогда уходит, да, и я тоже. Бля, это быстрее досышит, он меня походу увидел. Чешо, блядь. Да. Лежишь сверху. Да? О, реально можно так сделать. О, смертельная битва. Сверху. Так что мне их агрить? Давай. Жесть, все пустое просто. Ща. Может кто-то там... походу кто-то лутал это. Не, не, там внутри ящик, который надо вскрывать, помнишь? Да, вот то да. Так. Здесь они полные. О, красавчик ты. Могу, нет? Бегу? Подожди, да, еще раз стрельну у него. Я уже бегу. Давай, давай. Он ко мне сагрился на меня, дурачок. А мне к тебе идти или... Да можешь внутрь зайти. Блин, я уже к тебе иду. Да пофиг. Бать ты зрячий, господи. Да их можно, если вдвоем играть, их разводить можно вообще. Тара-та. Ну вот три постройки дома, хорошо. Ага. Есть так. Что-то. Я попробую к машине убежать. Чё, а я как? Не знаю, тоже пробую. Так мы хоть друг друга это из чего-то влекли и робот. Да нет, тут на изи, тут вот стоишь под этой. Ну, типа. Кирку взять. Эти кирку можно взять замену топора. Топорец. Ты топор нашел? Нет, нет, нет. Падла такое, куда ты идешь? Бля, сейчас второй меня увидит и меня расстреляет взад. Вообще сейчас не понял. Бляха, муха. Со всех сторон окружили, бляди. Тебе, да, говорят? Да. А, убил стычки просто, блядь. Ебанутый нахер. Как убил сквозь стену, блин. Сквозь стену ебанул просто. Тачки у тебя была бы кроватка, ты бы мог тачку вижу. Чего? У тебя возле тачки была бы кроватка. Ага. Мог тачку и ждал бы меня. По-любому. Сейчас попробую прибежать. Так. Так, это где у нас? Лучше тут, блядь, ну чтоб преснуло где-то рядом хотя бы. Так. О, шикарно, вообще рядышком. Сейчас он пройдет, и я дальше залутаю эти мешочки. А где остальные? Перепрыгай ты. Я смог. Сейчас мы одного дурачка обманем. В смысле он меня видит? Они просто чумные, чумачечие твари. Вообще нафиг. Я надеюсь, он меня-то не видит.
Вот я на изи пробежала мимо робота. Да. А вот выбежать я фиг его знает как. Ну да, тут скрытность на изи вообще качать, конечно. На картонах лазить. Блять. Шо ж они так не любят кожаных ублюдков вот это? Да в смысле ты видишь меня? Вообще я не понимаю, как это работает. Это что-то из мира фантастики какой-то. Блять, искусственный интеллект, блять. Идет ко мне, блин. О, че наш? О, зато у меня тряпок миллион, я теперь могу нормально себя чухать. Мимо него пробежать. О, я знаю. А вот мой арбалет. Так. Топорец на третий слот. Выкинуть, нарезать. Ты ж, блядь, падла зрячая. И уже так замочков нормально набрал. Да? Интересно, я нарезал. А где мои тряпки? Ебать, он ебанутый просто этот робот. Ебанутое создание. Я, короче, сваливаю нафиг. О, я в воде! В смысле? Я всплыть не могу. Хотя ты даже можешь скинуться, все плавать не умеешь. Я не прокачано плавать. Он еле плавает. Тупо по дну сейчас попробую как-то выплыть. Какой-то баг прикольный такой, непонятный. Сейчас в текстуры упаду просто. Блять, а как? Ай, блять, а как я здесь набил? Нормально все. Я успеваю. Давай, малой. Легкие задыхаются, блядь. Давай. Давай, ты сможешь. Что там базарит, блин, это падаль. Ты что делаешь, блин? Нет. Интересно, конечно, опять я хромой, блядь. Да, по мне, походу. Блин, где я топор выронил? Топор я выронила! Блять, мне надо починиться. Залататься, блять, я топор где-то выронил. Слушай, что лучше, топор или хантер, блядь? А, вот топор, нормально. Кого? Не знаю, да. Топор нахер не надо. Тебе надо топоры, собирай топоры. Понял, да, они сюда оба пришли, это у меня, значит, заметил. Топоры собирать, ты говоришь? Так как хочешь, не знаю.
Как она, я выкидываю, короче. Что хочешь, собирай. Нахер тебе топоры, конечно, я не знаю. А, против зомбаков. Тебе одного топора нам не хватит или самодельного сделать топора? А Хантер, ты можешь? Можешь самодельный сделать, Хантер? Ладно, да он, блин, тоже мелкаш, кстати, вообще, да. Ладно, ну, да. Лучше топор. Топор, нормально. Топор защитит от всего. Так. Так, так, так. Чё? Топор, блядь, выложи, падло. Теперь опять хромать 3 года, блядь. Рестарт, походу, да. Вчерашний, как вчера. Чего? Ну, печаль, беда. Сочувствую. Уже я хромать не буду. Ну, блин, я не знаю, что это за рестарт такой. 3-секундный. Я уже зашел. Steel Bane. Сейчас интересно, откат будет. Сейчас перед роботом появлюсь. Бля, я слышу, как эта падла ходит. Интересно, да. А, не, нормально. Нормально. О, уже светает. Да я хромой все равно. Я к... Блин, я думаю, спуститься вниз мне или нет. Я к машине, короче, иду. Да, я сейчас речку приду к тебе. Окей? Да нет, шмо. Не знаю. Попробуй. Ого, нифига я. Нифига я. Нет, ты не сможешь всплыть никак. Ты понял? Ты только по дну можешь скарабкаться. Что за фигня? Для этого трубка нужна? Ну, трубка, да, нужна, чтобы плавать. Но ты сильно тяжелый просто. Давай я объеду лучше. Давай я объезжаю. Да скидывай себе одежду и по одной одежде доставай. Ты чё? Ты что, гонишься, что? Ты что, не знаешь, что делать? Ты что, уже топился 1000 раз? А, не, че, просто вниз, че shift, я не помню. У меня пробег, да. Давай еще. Так у тебя все вещи, вот, ну ты че, ходить не можешь? Не-не-не, это я их скинул. Это я их специально скинул, чтобы вернуть за рюкзак. А, ты не можешь рюкзак взять? Забрал рюкзак, сейчас я скину все. Штаны остались. Жесть. Ты долбоёб. Сказочно, блядь. Ты все пролутал, да?
Так, у меня дынька есть, да? Что там? Надо похавать дыньку. Дынька. Не, все не ешь. Что? Выбираем все на себя, дела. Ой, дынька вообще огонь. Давай дыньки выращивать. Но... Прямо. Бля, не вижу, что ты видишь. А я чуть засветил экран. Давай. Чуть-чуть правее. Что ты там... Медведь. Шлёп. Блин, кабан. Кабан. Шлёп. Да чё? Шлёпнем его? О, ты вышел на ходу прям. Нихера себе. О, сафари за кабаном. Давай я буду на тебя его. Вот он. Давай, гоню на тебя гоню. Вот он на тебя побежал на тебя. А топором его или? Мимо тебя пробежал. Да ты, блин, убьешь его топором никогда. Не, убивал. Убил? Закидываю? Не руби его, закидывай в эту машину, погнали. Я его даже не вижу. Ты вырубаешь? Я его не смысле? Вижу на этом инвентаре. Так, еще я не вижу его, понял? В смысле? Да. Ты можешь его просто взять вот так? Теперь все. А, можно, теперь да. Надо его. А, ну да. Шо, можно его положить, да? Да, положил. Кишки тут. Огонь, кабанчик, все, брата. Короче. Так можно захавать, у меня ни протеинов, ничего нет. Че пожарим сейчас, вообще кострик разведем, сядем в доме там как люди. А, не, ну нахер назад, блин. Ладно, погнали. Буду сзади. Важная птица. Я? Да. Не, я не удачник, у меня написано, что ты важный. Я чистолюбец. А я почему-то неудачник, хотя у меня 162. На 200. Давай поаккуратнее. Уже половина, кстати, хпшка. Да. О, да их поехали в этот, заедем. Да. Ну, на зону там же есть это, да, в тюрьме. Там же есть это вот автоматерская. А, кстати, ну там да. Их от них же легче убежать как бы. Вон с левой стороны кусты. Да прям сейчас так заедем. Давай. С роботами. Блять. Ебать ты крутой. Ебать, они около этого прям ходят. Да. Забора прям патруль. Сейчас расстреляют машину. Что-то далеко, братан, очень. О, так мы вот тут нормально, вот тут вообще да, огонь. Да, да. Ой, огонь. Все. Бля, мои глаза. Все. Слышишь, просто мои глаза. Закрывай глаза. Когда едем. Там чаек вари. Нет. Да. Да. Падло такое. Да, там побазарь мне, побазарь. Он тебя убил? У меня шандарник ну так, что у меня 37% снова. Мне 25 снес. 7 осталось, блядь. Прям в живот. И все. Стол стоит, алло. Вася, ты чё? Меня палит. Да, пошел. В какую сторону? В эту сторону. Можно пробежать там нормально. От дерева к дереву. О, тут еще один за территорией, понял? Территорию, в смысле. Сейчас попробую мимо него пробежать. Правой стороны, вообще нет. Все, я пробежал мимо него. Ой, один тут в здании, блин. Что-то много.
Я не знаю, как тут скрываться. Тут писец на перебежечками такими бегать. Прям сплинтерселла играть. Забегает, ну, слевее немного. Ой, патрончики нашел. Чего? Он тебя убил? Бля, где робот? Нормально. Блять, твою мать. Вася, ты ко мне идешь? Иди нафиг. О, ко мне как я не образом прибежал. Перепрыгнул? Нихера себе. Я не могу перебежаться. По тебе стреляет? А, не, по мне стреляет. А он за забором. Да. Он лаганул нахер, а как я теперь выйду? А, я понял, как я выйду. Теперь надо пробежать просто сюда. Получается, рубашку, да? Сейчас рубашку за угол зайдет. Я тупо пробил. Да, вот это мне вообще непонятно. У чувака есть ножик. А вот я попал. Блять, попал, задел, падла, кончено. Ух, я забежал. Баганая ты херня. Мне вообще нельзя попадать в это. О, аккумулятор, ну нафиг надо, да? Ну хотя сейчас у нас полная, но вообще нельзя с собой. Так, ремка, ремка. Главное ремку найти. Я сюда чисто за ремкой шел. Оружие? Ну, не, машина. Ага. Каждый красный ящик, помнишь, да? Да, да, я чекаю. Провода, короче. Давай, братан, есть еще вот здесь отлично. Отверки. Отверки. Это ты бегаешь? А, это зомбак бегает. Я сижу. Так назло то, что надо нема, короче. Я все вроде залутал. Печаль, сейчас еще внутри попросту. Даже... Даже канистра есть. Вот что ты нахер, сам ты с этим паком, блядь, щет. За забором, прикинь, ушел. Я уже там где-то дом построен. Бред. Так. Бу-бу-бу, боюсь. Нормально, нормально. Короче, братан, я в тачке уезжаю, мать. Да, давай, спасибо, так, кинешь мне, да? Сейчас я второй этаж еще чекну, там хавку посмотрю. Ты посмотрю. В самом крайнем правом здании, у тебя там есть спуск вниз, понял? Да не, не хочу идти лутаться, это долго. Блин, ну... Там много кто можно найти, там есть помещение рядом с амбулаторией. В нем можно и ремку найти, что в этом роде. Ну, о, антибиотики, ой, эти как их нашел. Обезболики, обезболики. У меня пока пинта вот эта хуйня. Опа, специи, ну конечно, то что надо, блин. Можно, кстати, чуть-чуть пожрать. Так, ну чё, я к тебе иду. Да, где выход? Покажи мне. Иди ко мне сюда, на меня. Там же, где мы заходили. Вон туда. Ага. Погнали, тут зам... Тут робот же ходит. Последнего. Дурачок.
Помогите! Сквозь этот пройдет, сквозь забор. Сделали бы у них, может, нормальный интеллект какой-то там, здание различали бы там. Еще, ой, второй. Петушара. Железный, блин, десептикон. Погнали. Стой, хай он дойдет. Он же сейчас развернется. Нет, идет. Готов? Погнали. Идеально. Второй десептикон. Нихера себе. В смысле, а как он сюда пришел? Я же тебе говорил, он здание обходил, нас искал. Ого, как он прошел? Смотри, он прошел. Сейчас не понял. Мне, по-моему. Я умираю. Не-не-не-не-не, ты че? Давай. У меня труселя есть нарезать, нормально. Все нормально. Да сколько их тут? 4 штуки или чешо, блин? Ну 3 точно было. Он ко мне идет. Давай я постреляю, что. Да не надо по нему стрелять, он сейчас придет, посмотрит и уйдет. Он же фетишист еще тот. Точно? А, все уходит. Давай тачку заложу. Не, давай ты заводишь. Давай. Вот девятишки, вот это. Та-та-та-та-та-та. Все. Сахарка поесть. 50-й патроны нужны. Короче, что, поехали за схроном, а? Хватит. Все. Вот прям, знаешь, как выезжаем на желтую дорогу и наверху по белой дороге. Чик-чик-чик на самый верх через городишко. Да? Все. По желтой дороге через дамбу? Нет. Через город? Не-не-не-не-не-не-не. А, блин. Хотя, наверное, так будет. По белой дороге? Можно вот по белой дороге под озером внизу поехать. Но это, наверное, будет дольше. Начинали поверху, да, поехать? Я не могу сесть. О. Я злой, я крушить. Что, толкнул что, машину? Ну да. Блин, что такое? А, я не мог зайти, прикинь, как насколько реалистично, да? Ну да, я ж говорю, я через куст не мог зайти тоже. Блин, как, давай через верх, наверное, все-таки, блин, да? Короче, у нас в соседнем гараже костер будет жить. Так, хрюшку сейчас достанем. Где тачка? Отнесем. Вот так сейчас, ага. На да месте. Складываю, да, куда? С тачки надо вытягивать. Сейчас мы хрюнтеля зажарим. Надо. Как бы вот это все собирать, оно нафиг не надо. Да, главное все сало, чтобы было все сало нормально. Сало было, все будет хорошо. Если будет сало, будет и все. Сало, кони, кости не надо, кости. Чего? Конечно, девятки, ты такой спрашиваешь, патроны, девятки. Нет, конечно, я тебе нужны. Говорю, они нужны или в машину положить? Нет, нафиг они не надо. У меня тридцатка есть, не хватает. Лопата.
Это зараспанилось, наверное. В смысле, а я по весу не могу поднять сало, блядь. Мне давай, я сделаю. Да ладно. Падла, тебя поднять? Ща я разберусь. Они меня зажали? Блин. Падла. Ща я им порешаю. Так, ходим через окно. Так, лежат, все лежат. Ты что, ты их тут рубал? Да, да, да. Просто троить там одновременно. На втором этаже, да, там? Да. А, вот бежит, бежит, бежит. Так, тихо, тихо. Сонный час. Ща, 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 чтоб не прибежал ко мне никто. А вот бежит. Е-бой. Еще бежит где-то за меня. Бежит. Не, не вижу, не вижу, нема. Да на втором этаже просто не будет слышно. Не, нема, нема. Где-то на крыше, походу. Это на крыше точно есть. Да, вот. Жесть, он так четко попадает вообще. Дробь. Так, все. Все? Все, да? Так, что он бегает? Где он, блядь, бегает? Выкинул дробарик, как всегда. Ага, наступил на них. Душа. А, я вижу, течешь. Я тоже могу, да? После того, как зак... Ай, после больно. Того, как закопал, понял, да? Если... А, так оно так, наверное, и работает. А, я наступал, ну, в другом, на другие, на другом серваке, они не были закопаны. Блин, кто-то дал убрать. Тельно аккуратно надо, аккуратно. Ася, а можно пробить, интересно, скатану? Может, уберу лучше? Подожди, да, я проеду. Блядь. А! Еще из нас. Я пробил скаты! Да, да. Прикинь! Ты же говорю, звук был какой. Ё-моё, я вижу тебя прям сдувшийся колен. Прикольно, я смогу ездить? Какая максимум, с какой скоростью буду ездить? Надо делать. 20. Да, она вообще неуправляемая. Без, блядь. Ну нормально, нормально, ездить можно. Слушай, я, короче, убираю ее на ней. Да, убираю. Это чисто где-то машины тормозить там. Такое засады делать. Да, можно. Но все равно уехать можно. Перевести. Ну носит, конечно, ее. А как теперь ее починить? Насос нужен, чешо. Бля, хамуха. Что делать? Уничтожить мог ее, да? Да, и... да уничтожь, я, если не можешь поднять, я не знаю, не знаю. Еба. А-а-а! Я ж тебя сбить не могу. Или могу? Бляха-муха. И что делать теперь? Там братан зомбак бежит. А я думаю, знаешь, что ремонт есть? Нема. Ремонтная, которая для этих для машин. Не знаю. Не, была одна всего лишь. Я ее потратил. Писец ми. Ой, все, я спать, короче.